Стоимость содержания резиденции губернатора Забайкальского края Осипова за 22-23 годы, расположенная в Чите по улице Смоленская, 28А, обошлась в 22,4 миллиона рублей, то есть без малого в 2 миллиона в месяц. Об этом говорится в официальном ответе зампреда правительства Забайкальского края Натальи Щербина на запрос редакции «Запрум». По информации из документа, в резиденции сейчас проживают должностные лица, исполняющие обязанности зампредов правительства Забайкалья, курирующие деятельность в сфере ЖКХ, экономики и планирования. Имена гостей, которые проживали в апартаментах за 23-22 годы, Щербина раскрывать отказалась, сославшись на федеральный закон номер 152, но уточнила, что там бывали первые лица государства, официальные лица, представители делегаций, в том числе международных, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, деятели науки, искусства, представители РПЦ. Ранее сообщалось, что ремонт кабинета губернатора и апартаментов краевого правительства, возможно, начнется в текущем году. По данным источников, первоначальная стоимость ремонтно-отделочных работ кабинета главы региона и прилегающих к нему локаций составит около 33 миллионов рублей. Зоны отдыха на Смоленской, 28А, и фасады этого здания в 23 миллиона.